Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, если они, конечно же, есть. И не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем достаточное количество аналитического контента, как с точки зрения фундаментальных обзоров, так и конкретные рекомендации с опорой на технический анализ. Поэтому, думаю, точно вам что-то приглянется, и вы найдете то, что будет нравиться вам. Ну что ж, друзья, сегодня, наконец-таки, день, который даст возможность нам зацепиться за какие-то значимые релизы, потому что сегодня, после первых двух торговых сессий, действительно, статистика, которая будет опубликована, может спровоцировать повышенную волатильность. Прежде всего, мы обратим внимание в 9.00 по GMT на данные по инфляции в еврозоне. И сейчас инфляция в еврозоне имеет куда большее значение, чем всегда, потому что Европейский центральный банк вот буквально с этих выходных, еще отголоски симпозиума в Джексон-Холле, начал тоже высказываться в сторону и в пользу более активного повышения процентной ставки с опорой на необходимость поддержания ценовой стабильности в регионе. Что это значит? Если ЕЦБ будет также активен в комментариях относительно более высоких темпов повышения процентной ставки, то, соответственно, нам придется смириться с тем фактом, что обвал европейской валюты не будет таким быстрым, как нам бы хотелось. Но он все-таки будет. Просто нужно будет немного подождать. Помимо данных по инфляции, сегодня еще один очень важный релиз непосредственно для доллара. Это статистика по американскому рынку труда, отчет ADP, который выйдет в 12.15 по GMT. Я традиционно называю этот релиз репетицией, предварительным отчетом перед выходом официальных данных по Non-Farm Payrolls, который ожидается в пятницу. И по доллару мы уже с вами разобрали все, что только можно было разобрать, и пришли к выводу, что сейчас каждый значимый релиз – это тот самый триггер, который может сместить фокус внимания участников рынка в пользу более активного повышения процентной ставки в США. Я очень надеюсь на то, что среди вас меньшинство тех, кто считает, что американский регулятор не будет активно повышать ставку, не будет стремиться и дальше ужесточать монетарный режим. Мне кажется, что весь тот обзор, который я проводил в последние дни и недели для вас, он был исчерпывающим, чтобы сделать вывод, что на текущем этапе американский регулятор точно не свернет с пути, который предполагает проведение агрессивной, активной политики, направленный на нормализацию как бы денежно-кредитного курса. Сейчас индекс доллара 108.57, и опять же, поскольку сегодня первый значимый релиз недели, я допускаю, что все-таки к концу текущей торговой сессии индекс американской валюты сможет оказаться выше, потому что я сторонник того, что в прошлом месяце американская экономика создала нормальное количество новых рабочих мест, чтобы сохранить на рынке энтузиазм и оптимизм среди покупателей доллара. Напомню, что главный триггер, который стал причиной роста индекса доллара до 20-летних максимумов, стало лаконичное выступление Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле. Оно длилось, друзья, всего лишь 8 минут. Но, как мы все прекрасно помним, этих 8 минут было достаточно, чтобы отправить индекс доллара к тем уровням, которые мы видим сейчас, и обвалить американский фондовый рынок от 4 до 6%, но если рассматривать разные индексы, S&P, NASDAQ и Dow Jones. И благодаря выступлению Пауэлла мы сделали вывод, что поскольку американский регулятор подтвердил факт того, что ключевым мандатом Федрезерва и задачей является поддержание ценовой стабильности, значит, Федрезерв будет дальше повышать процентные ставки. Я согласен с теми из вас, кто в комментариях писал, что еще далеко не очевидно, что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, потому что до сентябрьского заседания, которое состоится в 20-х числах, будет опубликовано еще два важных релиза. Это, опять же, пятничная статистика по Non-Farm Payrolls и отчет по инфляции за прошлый месяц. Конечно же, эти релизы могут внести свой вклад в
изменения рыночных настроений. Но в любом случае повышение процентной ставки как минимум на 50 базисных пунктов – это уже фактически решенный вопрос. И я все равно остаюсь сторонником того, что после выхода отчета по инфляции, данных по рынку труда, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов будет расти. И в сентябре ФРС пойдет на этот шаг. Напомню, друзья, что помимо сентябрьского заседания будет еще заседание в ноябре и в декабре. И если мы сейчас прикинем просто, что в сентябре, к примеру, ставку повысит на 75 базисных пунктов, потом в ноябре на 50 и в декабре на 25 базисных пунктов. То есть фактически ставка американского регулятора к концу года достигнет 4% и, возможно, будет самой высокой среди всех развитых стран. И я на этом отстраиваю свою точку зрения того, что долгосрочный индекс доллара останется тем самым активом, который точно будет расти, потому что очень трудно с ним сейчас соперничать и как-то конкурировать с учетом текущей экономической конъюнктуры. Отчет вчерашний по уровню доверия потребителей. Хорошие цифры, 103,2, фактически рост 95,3. Это хороший задел, опять же, который нас настраивает на то, что дальше статистика EDP и Non-Farm Payrolls тоже будет довольно неплохой. Напомню, друзья, что мы также следим еще за комментариями представителей американского регулятора. Опять же, вчера выступление Уильямса и Бостика, которые подтвердили настрой американского регулятора, что нужно ужесточать политику. И таких доводов все больше и больше с каждым днем. Я советую вам их не игнорировать. Доллар-иена. По прогнозу Wells Fargo, эта валютная пара достигнет 140 иен. Это, в принципе, та цель, которая рассматривалась и нами. Поэтому предлагаю просто ждать. S&P 4011 пунктов. Фактически вот-вот протестируем 4000 и пойдем ниже. Европейская валюта 1.0035 в моменте. Я начал свое выступление с того, что в последнее время, вот с выходных, было несколько комментариев представителей Европейского центрального банка, что уместно тоже повышать процентную ставку. Ну, во-первых, это комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель и еще главного экономиста Филиппа Лейна Европейского центрального банка и главы Банка Франции, которые подтвердили, что на заседании, которое состоится 8 сентября, ставка Европейского центрального банка может быть повышена на 50 базисных пунктов. Да, это так, друзья, ставку могут увеличить, но не забывайте, что даже при таком вроде бы как возродившемся агрессивном настрое Европейского центрального банка ставка американского регулятора будет расти куда более активно, и евро все равно останется в числе отстающих по ужесточению денежно-кредитной политики. А если мы еще, опять же, вернемся к теме энергетического кризиса и того факта, что с сегодняшнего дня полностью приостановлена работа Северного потока сроком на 3 дня, но я допускаю, что, скорее всего, период будет дольше. Усиление энергетического кризиса, рост индекса потребительских цен в конечном счете притопит позиции главного валютного риска. Если вы не шортили раньше, то считайте, что вот диапазон евро против доллара на отметке паритета 1.01 – это идеальные точки входа для того, чтобы ждать впоследствии уровня 0.98-0.97. Британская валюта снижается, в отличие от евро, фактически каждый день. Сейчас котировки 1.1678, мы шортим фунт и неплохо на этом зарабатываем. Цель 1.15 остается неизменной. Goldman Sachs прогнозирует, что британская экономика вступит в рецессию уже в третьем квартале. Мы, в принципе, знали это и без Goldman Sachs, потому что действительно во втором квартале спад был уже на 0,1%, и нужно еще один трехмесячный период, чтобы и британская экономика примерила на себе вот этот вот статус технической рецессии. Также Goldman Sachs прогнозирует, что инфляция в Англии превысит 18% к концу этого года, а в начале следующего перевалит за 20%, это вполне логично, учитывая рост тарифов. Напомню, что до конца года ожидается повышение тарифов на электроэнергию еще на 80%, и каждое британское домохозяйство будет платить уже ежемесячно, друзья, на коммунальные платежи от 500 до 600 фунтов. Просто переведите в ту валюту, которая близко вам для восприятия, вот именно масштаба цифры, вы поймете, что это очень много. Много денег уходит на вот эти обязательные платежи, меньше средств остается для того, чтобы тратить деньги на прочие товары и услуги. Отсюда вытекающие последствия, как тормозящаяся потребительская активность и вот эта вот рецессия, о которой сейчас говорят все. Я думаю, что фунт, опять же, продолжит снижение и доберется до тех целей, которые мы обозначили. И рынок нефти. Хорошо, что все-таки мы не решились на открытие длинных позиций в районе $102 за баррель, потому что сейчас котировки уже ниже 99. То есть фактически снижение на 4%. И я думаю, что, опять же, друзья, если открывать сделки, то это не раньше 5 сентября, после того, как
пройдет заседание ОПЕК, на котором будет приниматься вопрос и решение относительно того, увеличить либо снизить объем нефтедобычи. И вот на фактическое решение мы уже посмотрим, и только после этого примем, решим, опять же, как действовать, покупать или продавать. Но я думаю, что все-таки сделка будет лонговая, но это уже разговоры следующей недели. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.